Добрый день, подписчики и гости канала. В игре стартовал долгожданный осенний ивент, а это значит пора на рыбалку и ловить монстров. В этом году миссии повторяются, поэтому все гайды вы можете найти на канале в плейлисте. Ссылку на плейлист можно посмотреть в описании видео или подсказки выше. Но разработчики не забыли и старых игроков. Даже если вы выполнили все миссии ранее, вы можете поймать Франкенфиша сегодня. Для этого приносим все необходимые компоненты на водоем Дельта Сан-Хоакин, заходим на бобровый поселок и закидываем в котел. Дальше достаем наш кастинг или спиннинг скользким кренком и отправляемся на рыбалку. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал, а также оставлять комментарии к видео. До новых ужасных встреч!